И в завершении выпуска 19 июня отмечается Всемирный день мотоциклиста. О любви к железным коням и о том, что мотоцикл – это не просто средство передвижения, а целая философия жизни. В съемочной группе ЛРТ рассказали наши беспечные ангелы – байкеры Люберецкого мотоклуба «Дружина». Тот, кто однажды сел за руль мотоцикла, никогда не откажется от этих эмоций и впечатлений. Свобода, беспечность и легкость. Даже самые опытные байкеры при управлении двухколесным конем каждый раз испытывают те же самые ощущения. Но и об осторожности и внимательности на дорогах не стоит забывать абсолютно всем, независимо от стажа вождения. Как и в любом виде спорта, если можно так сказать, мотоцикл все расставляет на свои места. Ты можешь думать, что ты великий гонщик, великий ездок. И на какой, как бы медленно человек ни ехал, все равно нужно быть предельно осторожным и не расслабляться. Как правило, мотосезон начинается в середине апреля и завершается примерно в октябре, в зависимости от погодных условий. На вопрос, отмечаете ли вы День мотоциклиста, люберецкие байкеры отвечают: у нас этот праздник каждый день, и длится он полгода. В России те люди, которые являются мотоциклистами, уж тем более байкерами, вот именно как членами этой субкультуры, скажем так, для них езда, допустим, на работу на мотоцикле и куда угодно еще, это образ жизни, который, вот если в принципе можно ехать, то мы садимся и едем, и по-другому мы просто не можем. Кстати, о поездке на работу на мотоцикле. Именно с этим связана история профессионального праздника тех, кто не мыслит своей жизни без рева моторов. Традиция отмечать Всемирный день мотоциклиста появилась 22 июля 1992 года. Тогда сразу в нескольких странах энтузиасты отправились на работу на скутерах и мотоциклах, оставив свои автомобили в гаражах. Изначально этот день так и назывался – на работу на мотоцикле. И лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста. Отмечают этот праздник ежегодно в третий понедельник июня. На этот раз он выпал на 19 число. Из-за того, что лето пока не радует нас теплой погодой, пожелания у байкеров одни. Долгих, солнечных, безаварийных сезонов. Луизия Гязарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.